Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня 28 марта 2016 года. Время 12 часов 55 минут. На втором корте теннисного центра, республиканского теннисного центра Республики Беларусь. В матче первого круга турнира второй категории ТЕ встречается Евгений Филиппов, Россия, и Данила Мороз, Республика Беларусь. Отпускает ошибку Евгения, выполняет удар с ракетой. Какой счет, пока что не ясно. Данил Мороз, юноша в черной футболке и в голубых шортах, представляет Республику Беларусь. Евгений Филиппов, Россия. Перекладывает Евгений по прямой. И Данила даже не бежит к этому мячу. Пробивал по прямой Данила Мороз и ошибся сантиметров 5. Сейчас мы узнаем, какой счет в первом сете. Счет 2-1, но вот в чью пользу я сказать пока что не могу. Матч только что начался. Спортсмены приспосабливаются друг к другу. Судя по табло, 2-1 в первом сете ведет Данил Мороз и Евгений Филиппов на подаче. Первый мяч у Евгения не проходит. Вторая четкая подача. И со второго мяча Евгений Филиппов ошибается. 0-15 на его подаче. Попутно отметим, что в следующий круг турнира у мужчин сегодня прошли Петр Капускин, Россия, Никита Каширин, Россия. Никита оказался сильнее Михаила Галкина из Латвии. Принимает решение, что мяч вышел, Данила Мороз. Не бесспорное решение. Мяч по ощущениям цеплял линию с внешней стороны.
вновь проходит у Евгения первая подача. Мяч чиркает сетку. Но Данила Мороз принимает решение о дальнейшем выигрыше. Решение Данила Мороз о том, что мяч в ауте. Хотя вот как бы нам кажется, что с этого ракурса, что мяч все-таки цепляет заднюю линию. Интересный момент в матче. Мороз ведет со счетом 3-1 в первом сете. Евгений пока что допускает слишком много ошибок. Ну, нужно, чтобы он играл ближе к правой линии. В противоход перекладывал Евгений, поторопился. Выполняет первую плоскую подачу Данил Мороз. Не принимает, и он не справляется со вторым ударом. Не торопится спортсмен с розыгрышем. Вновь Евгений хочет усилить и ошибается. Мяч не слушается российского спортсмена. В это время на корте номер 4 продолжается матч между Александром Дюпиным, Украина, и Азадом Рахманом, Таджикистан. Кто ведет, кто-то из спортсменов взял сет на тайбреке первый, и во втором сете идет борьба. Проходит Евгения прием и ошибается Данила Мороз. Евгений через коридор и берет подачу Мороза. Спортсмены обменялись брейками. И судья сейчас зажжет табло с объявлением нового счета. Мы сейчас посмотрим, правильно ли мы понимаем развитие событий. Да. Мороз ведет пока что в первом сете со счетом 3-2. Но подавать сейчас будет Евгений Филиппов, Россия. Даже не пытался выиграть первый мяч. Не проходит первый мяч.
первый мяч. А, даже вторая подача. Многовато ошибок. Евгений, он немножко, видимо, не в своей тарелке. Уступает пока по счету в геймах по 15. На корте номер 4. Мы видим, теперь мы понимаем, что там на корте номер 4. Это Азат Рахман взял первый сет со счетом 7-6, и во втором ведет 5-2 и подает на матч. 15-0 у Азата. Не проходит первый мяч. Безупречная вторая Азада. Посмотрим, что там происходит. У Азада 30-0. Два мяча. Первый мяч не проходит у Азада. Вторая безупречная и прием на вылет в исполнении Александра Дюпина, Украина. 30-15. Важное очко разыгрывает сейчас Азат Рахман. Он понимает, насколько важен этот мяч, потому что дальше уже пойдут матчболы. Проходит у Азада первый мяч. Вновь идет к сетке Александр Дюпин. По 30 на подаче Азада. Прошла первая. Четко играет Азат. Держит юноши мяч. Азат атакует. И добивается ошибки Александра Дюпина. Матчбол для Азата. Безупречно назад. Резаным ударом отвечает Александр Дюпин. И ошибка в сетку украинского спортсмена. Азат Рахман со счетом 7-6-6-2 побеждает в матче и выходит в следующий круг соревнований. Возвращаемся на корт номер 2. Где чисто по ощущениям в розыгрышах Евгений Филиппов допускал опять много ошибок. Вполне вероятно, что он отдал гейм и счет 2-4. Евгений пока уступает. Данила Мороз решил усилить, но ошибся, выполняя удар со скока. Оправданное было решение, единственное, что техническая ошибка. Данила Мороз четко
чеку и пробивает через коридор. Очко Евгения Филиппова. Попадает Евгений с приема и делает обратный брейк. Ведет пока что в первом сете Мороз со счетом 4-3, но на подаче сейчас будет Евгений Филиппов. Обращаем ваше внимание, что уважаемые друзья, что все права на комментарии к матчу принадлежат Старикову Борису, и комментарии не допускаются к копированию и распространению без письменного на то согласия. В это время на корте номер 4 вышли на корт Даниэль Ибрагимов, Россия, и Геннадий Горбовец, Беларусь. Оба спортсмена проповедуют мощный силовой теннис, и это будет увлекательный матч. Единственное, что я не знаю, встречались ли соперники ранее. Единственное, что могу сказать, то, что чисто рейтинг у Даниэля выше. Рейтинг ТЕ у Даниэля выше, чем у Геннадия. А Геннадий играет левой рукой. Двуручный бэкхенд. Даниэль играет правой рукой. Косо еще косее выполняет удары юноши. И Данила Мороз пробивает на вылет. Короткого мяча Евгений Филиппов четко разбирается. И нужно отдать должное хладнокровию и спокойствию Данилы Мороза, который не ломается за каждым мячом, а играет четко по месту. Нужно, он бежит. Если чувствует, что мяч не сильно, скажем так, у него нет таких больших шансов достать этот мяч, он не бежит за этим мячом совсем. Пробивает Данила обратным кросом. Серьезная ошибка, ошибается далеко, где-то метр до боковой линии. Поворачивает Евгений по месту и в очередной раз грамотно Данила Мороз принимает решение не бежать за этим мячом и
бежать за этим мячом и отдает подачу соперника. Четко в линию опускается мяч. Юноши обмениваются жесткими ударами, пытаются усилить Евгений Филиппов, ошибается. Счет в сете по 4 на подаче Данила Мороз. Не проходит Данилу первый мяч. Вторая безупречная. И спортсмены начинают розыгрыш. Вновь с короткого мяча ошибается Евгений. Видимо, нужно больше внимания обратить на выполнение вот этого удара с короткого мяча. 30-0 на подаче Данилу Морозу. Спокойно вкручивает Данилу первую. Вновь на недоходе играет Евгений, пробивает в сетку. Но как-то Евгений чувствует себя не в своей тарелке. На четвертом корте продолжается разминка. Даниил Ибрагимов и Геннадий Гробовец. Республика Беларусь. Понятно, что сейчас произошло. Мяч был в ауте, но почему-то Евгений не объявляет. Надо более четким быть. Со счетом 5-4 ведет Данила Мороз. Четче нужно Евгению смотреть. Очевидный аут с этого ракурса. Евгений был рядом. Ну, это говорит о каких моральных качествах спортсмена. Он принимает решение скорее в пользу соперника, нежели в свою. Но на наш взгляд ему нужно быть внимательнее. Ведет. Но на подаче будет Евгений Филиппов, Россия. В это время начался матч Ибрагимов-Гробовец. Даниил на подаче. Во второй квадрат подает Даниил и ошибается, выполняя удар с отскока. Геннадий собран. Готовится принимать. В это время на втором корте Евгений Филиппов подает на то, чтобы остаться в первом сете. Проходит Евгения первая подача. 15-0. Вновь проходит первый мяч, но Данила Мороз принимает решение, что подачи не было. Нужно Евгению сейчас быть более собранным. Не торопиться. Усиливает Евгений и допускает ошибку при ударе с открытой ракетки. Многовато брака в игре Евгения. Мороз таких ошибок, такого количества ошибок не прощает. На подаче Евгения, и вот уже не идет первый мяч.
смотивирован, играет после еще косей. Очередная ошибка Евгения с хавкорта, и вот уже двойной брейкпоинт. Двойной сетбол у Мороза. Нужно понимать, что... А, нет, не двойной брейкпоинт. Это же счет 15-30, похоже на то. С короткого мяча Евгений четко кладет мяч по месту по 30. Посмотрим, как Мороз обработает вторую подачу. Женя откручивает. Достаточно жестко Данил пробивает. Играет на удержание. Женя пытается разорвать его. И это ему удается. Мороз допускает ошибку. В это время на корте номер 3 уже появляются девушки. Это матчи первого круга турнира, одиночного турнира у девушек. Резанный удар Мороза. Еще один резанный удар. И ошибка. Евгений удерживает подачу. И счет становится 2-0. Непонятно, что происходит. А, уважаемые друзья, это что же? Это я все время вас вводил в заблуждение. 6-4, первый сет выигрывает Евгений Филиппов. 6-4, первый сет выигрывает Евгений Филиппов. Извините, дорогие друзья. Пауза в этом матче.